Всем привет, мои дорогие друзья и гости моего канала. Рад вас приветствовать на своем канале. Всем хорошего, доброго, прекрасного утра. На улице у нас сегодня заморозок, несмотря на то, что передавали на выходные потепление, но как-то оно сегодня приморозило. И приморозило так хорошенечко. Но коровы еще на поле. Коров я уже подоил, покормил. И вот собрался уже ехать домой. Но смотрите, начало просыпаться солнышко. И вот какие красивенные пейзажи. Сейчас я повернусь в другую сторону. И увидите, как красиво встает солнце. Вот такая у нас красота. Все. В инее вся трава в таком белоснежном одеянии и очень и очень красиво. А на небе вот там летят чайки. И полетели. Здесь у нас, конечно, дебри, потому что коров перевели совсем в другую сторону, и я езжу теперь другой дорогой. Но через эти дебри тоже хорошо ездить, потому что здесь еще хоть какой-то кусочек природы остался. Здесь вот у нас есть речка. В речке даже живут бобры. Вот все об этом говорит, потому что есть погрызенные, поваленные деревья, и люди здесь видели бобров. Я своими глазами лично их здесь не видел, но говорят, что они здесь есть. Вот там ветка лежит в воде, ее видно, она тоже обгрызанная. В общем, бобры здесь живут. Здесь вот такой кусочек запущенной дикой природы. И пока здесь они могут еще обитать. Когда-то в своей жизни бобров я видел, но именно здесь их нет. В общем, вот такая дикая природа. А бобры здесь были не так давно, потому что вот дерево они обгрызли, и оно свеженькое. Вообще говорят, что бобры это злые хищники. И лучше их не встречать. Вот немножечко льда есть возле берега. В общем, вот такое у нас утречко. Началось оно у нас рано. Я ж такой с под одеяла быстренько выпрыгнул, потому что будильник зазвонил. Выключил будильник, накинул на себя курточку. В одной футболке, в комнатных тапочках. Сейчас, думаю, быстренько я побегу на улицу. Возьму корове зерносмеси, макухи, отрубей, морковочки, свеклы. Приду в дом, это все порежу, запарю кашу и буду собираться выезжать на поле. Но, как оказалось, не так все просто. Нужно было бегать намного быстрее, нежели я думал, потому что на улице действительно таки холодно. Сегодня 20 ноября. Как бы уже может и поморозить. Вот солнце встает. Чем выше оно поднимается, прямо слепит в глаза. Когда ты на него смотришь, ничего вообще не видно. На солнышке еще все начинает блестеть и вообще просто загляденье. Вместо того, чтобы спешить быстренько домой, управляться и собираться на работу, Роман здесь ходит, любуется пейзажами. Ой,
можно свалиться вниз. Вообще я люблю природу, вот такую дикую местность, а еще когда есть какая-то живность, побродить по лесу, пособирать грибочки или просто побродить, насладиться природой, для меня это лучший отдых. Не хочется никаких развлекательных центров, никаких там театров, кино, еще чего-то. Просто вот так в тишине побродить, погулять, подумать, понаслаждаться тем, что тебя окружает. Это самое-самое, что может быть. Конечно же, прогулки еще лучше, когда уже лежит снег, когда мороз засыпало все снегом, когда светит солнышко, снег под ногами скрипит, репит, искрится, вот тогда тоже хорошо погулять. Вот такого красивого, теплого солнышка желаю вам. Пускай оно вас греет и пускай все у вас будет хорошо. Здесь вот сделано специально трактором место для того, чтобы напаивать или поить коров. Сюда коров пригоняют, и они здесь пьют воду. Весной, когда воды здесь намного больше, когда вода чистая, здесь можно даже искупнуться. Сейчас вода ушла. Весной она достигает вот до вот этих камней. Ну и смотрите, насколько воды стало меньше. Ну а здесь вот такие у нас просторы. Скоро коровки возвратятся вот сюда. Там они свою территорию выпасут и придут обратно, где мы были весной. А весной мы были вот здесь. А там уже у нас недалеко вот видно дома. Вот здесь они еще немножко попасутся. И потом, если будут плохие погодные условия, коровки возвратятся домой.